Привет всем, с вами Норд, и мы начинаем прохождение игры под названием MMORPG Blue. Назад. И новая игра. Что нам нужно делать? Это мы, типа, фотографируем. Так, то есть там на экране были мы, и мы являемся чемпионкой по плаванию, по-моему. Как в описании к игре написано. Так, что здесь у нас? Очки. Это красиво. На одну пришибли. Я так понимаю, здесь текста не будет. Никаких диалогов. Просто как интерактивное кино. У нас что? Golden of the earlier.
Так, то есть мы предаемся воспоминаниям. Я пока в раздумьях. Что происходит? Я так понимаю, что мы скучаем по маме, что ли? То есть это маленькая, это мы. Thank you.
А, вот так вот. Так, ну пока я понял, что мы постоянно грустим. У нас некая меланхолия. Мы что-то вспоминаем. Что-то из детства.
А, это тоже отодвинуть. Нет, проявляется. Так, я пока в сомнениях, что здесь происходит. Только думал, что вроде как она просто перемещается по тем же местам, где они были с мамой в детстве. Тут же она ныряет под воду. Так что либо она сейчас просто... Ну, спит, конечно, вряд ли. Просто в каких-то раздумьях. Наверное, они какой-нибудь отель снимали. Возможно. Нет, что-то не то. Так вот. Так, не очень понимаю, что нужно сделать. Закрыть. Так, отсюда у нас капли появляются.
с этим зонтом ничего не сделать. Этот зонт у нас упал. Этот возвращается обратно. Куда-то надо нажать. Может, просто закрыть? Окей. Так, ну, по всей видимости, они куда-то переехали. Я так понимаю, что здесь сейчас будет якобы у мамы много-много работы. Видимо, ведет к этому.
Thank you.
Так, я ничего не комментирую, потому что, в принципе, я думаю, здесь комментарии излишни. Все в целом понятно. Поэтому просто проникаемся воспоминаниями.
я, наверное, оставлю эту игру без комментариев. Благодарю всех за просмотр. С вами был Норд. Oh.